вот такие вот улочки вдоль всего поселка. Сувениры, лавки с фруктами, аттракционы разные, одежда вперемешку с кемпингами, с базами отдыха. Чтобы назад дорогу найти. Да. Боюсь потеряться. Вот вы можете посмотреть, поставить на паузу, какие есть сцены в столовке. Кафе в столовке, не знаю, что это было. Пошли здесь посмотрим прибой, цены. Борщ 90 рублей, лапша 90, солянка 100. Карточки принимаете? Онлайн-перевод. Картофель жареный 50 рублей. Роллы есть. Пицца. Вот такое местечко. Конечно. А мы здесь, кстати, проезжали, да? Пекарню зайдем. Здравствуйте. Блин, стою и микрофон тереблю, а звук портится. Решили нашу выпечку снять? Да. Хлеб 35 рублей. В общем, вы сами все видите. Выбор всякого большой. Вот так вот. Сейчас увидели фермерскую ярмарку и пройдем, посмотрим, что там продают, какие цены. Несколько рядков. Пошлите. Я как поняла, здесь по всему поселку такие небольшие закутки, в которых что-то продают. Потому что, видишь, сколько мы пока не ходили, мы встречали только вот такие места, точечные. Рыба, вот барабулька 70 рублей за 100 грамм. Разная всякая. Ну, конечно же, запахи соответствующие. Цен, как всегда, к сожалению, нету. Цена на рынках варьируется от того, как ты выглядишь. В чем у вас абрикосы? Абрикос 200. Это за... Это сколько? За килограмм. Килограмм. А черешня? Черешня 250 и 200. А персики? Персики 230.
Малиновый стаканчик. 60 рублей. 60 рублей стаканчик. Понятно. Специями так пахнет. А то потому что здесь ряды такие, да? Угу. Орехи продают. Фундук, арахис. Что еще? Грецкий орех. Грецкий орех. Масло. Просто огромный выбор специй. Вы просто посмотрите. Всякое разное. Для дедушки, для дочки. Господи, дяди, да всякое. Всего можно навести. Вот, допустим, специи 35 рублей такая баночка. Для рыбы. Соль всякая абхазская. Сладости восточные. Зайдем еще в магазин продуктов. Вот тут мясо, видимо. Или тут все? Сладости. Мясо. Шашлык можно купить сразу, чтобы сделать. Кофе здесь уже 325 рублей. Такая баночка. Мороженое. 55 рублей за пломбир. 55-45, разная стоимость, разное качество, соответственно. Ну, давайте посмотрим, сколько стоит. Это та? Это вот та вода, которую папа сегодня купил. Здесь 40 рублей. Кубай, 45 рублей. Ну вот, такие вот цены. Из холодильника, допустим. Непонятно, лимонад 50 рублей в баночке. Вот тоже баночка воды 30 рублей. Вот, восточные сладости. Ну-ка, а есть здесь это? Как мы? Я забыла. Пахлава. Пахлава, а не похвала. Это рахат лукум, да? В общем, да, вы сами увидели, какие здесь цены. Хочу немножко еще добавить. Вот та вода, которую мы купили, как вы увидели, что... Здесь она 40 рублей за банку, мы купили в Темрюке 13, поэтому смотрите мое другое видео про магазин в Темрюке, в котором можно закупиться перед поездкой. Поселок очень вытянутый и много прямо, знаете, такой типичный курорт. Я всегда смотрю сначала стоимость супов. Первое блюдо. Борщ 80 рублей, солянка 150.
Ну, приличные цены, конечно. Так. 150 рублей. Два полубе. Давай посмотрим по вторым блюдам. Плов 100 рублей. Жаркое по-домашнему 135. Гуляш из свинины. 110 рублей. Плова 300 грамм, достаточно такая большая порция.